Американский эсминец «Фицджеральд» вынужден был вернуться в расположение военно-морской базы у берегов Японии. Он получил серьезное повреждение. Этим утром корабль столкнулся с филиппинским контейнеровозом. Пострадали 3 человека, в том числе капитан эсминца. Ему потребовалась срочная госпитализация. 7 моряков вообще пропали без вести. Их продолжает искать японская береговая охрана. Не исключено, правда, что они могут находиться на корабле в поврежденных отсеках. До сих пор такой возможности у экипажа пробраться в эти отсеки не было. После столкновения несколько помещений, машинное отделение и радиорубка затопила, и неизвестно, сколько времени уйдет на то, чтобы откачать оттуда воду. На борту контейнеровоза никто не пострадал. Причины происшествия расследуют. Пресса пишет, мол, экипаж спал вместо того, чтобы следить за курсом судна, хотя это маловероятно, есть же автоматика. Эсминец «Фицджеральд» прибыл в тот сектор Японского моря на учение. На его вооружении стоят крылатые ракеты «Томагавк».